Работы много, надо сварить сейчас две детали. Сварщик Сергей Донец приехал в Краснотуранский район из Мурманской области несколько месяцев назад. Работу долго искать не пришлось. В местном центре занятости с трудоустройством помогли моментально. Пришел в центр занятости встать на учет. Мне дали сразу это как направление на работу. Первый же день. Пришел на предприятие, меня взяли. Сюда же, на Краснотуранский племзавод, по направлению центра занятости устроилась юристом Екатерина Петушкова. Приняли сразу же после окончания вуза. Подождать пришлось всего месяц. Хотелось, чтобы было это все в кратчайшие сроки, быстрее. И вакансии на тот период времени свободных не находилось. То есть у нас в муниципальном образовании. Центр занятости достаточно быстро отследил вакансии, освободившиеся, и предоставил возможность трудиться. За 26 лет работы служба занятости края помогла в поиске работы почти 2 миллионам человек. Ежегодно эта служба предоставляет жителям края более 500 тысяч государственных услуг. Кто-то получает услугу по информированию, кто-то по профориентации, кто-то открывает собственное дело, кто-то идет на обучение. Но чистое трудоустройство составляет 80 тысяч. Это хороший показатель на уровне Российской Федерации. Вот с начала 2017 года трудоустроено уже 44 тысячи. Это говорит о наличии вакансий, что в органах службы занятости вакансии есть, в экономике вакансии есть. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости.